Ты чего вы за мной ходите? Чего преследуете? А я вот не пойду на выход. Здравствуй, с Новым годом тебя! С новым счастьем тебя! Не имеете права меня выгонять. Вы же вызвали сотрудника, а где вы будете сдать? А мне тут перезвонили, сказали, пиши заявление, иди. Так что я могу гулять, где захочу. Вот. У вас какая ко мне претензия? Ваше нахождение на территории. Мое нахождение на территории парка что? Фотографироваться. Фотографироваться запрещено. Кто сказал, что фотографироваться запрещено? За деньги запрещено. А Дедушка Мороз просит деньги за фотографии? Вот. С этого и надо было начинать. Зачем Дедушку Морозу угонять? Администрация сказала забрать его, брать его. Да он детский. Ну, если вы хотите меня выгнать... Тоже поймите нас, нам говорит администрация. Ну, друзья, прошло около 20 минут, я подошел к выходу, и вот они там стоят, трое из ларца одинаковых с лица, ждут, пока Дедушка Мороз уйдет. Здравствуй, внучек! С Новым годом тебя! Спасибо. С новым счастьем! Спасибо. Вот. Жду полицию. Вызвал полицию. Сказал, выгоняю Дедушку Мороза. Ах, нехорошо ребята делают. Нехорошо. Не по-волшебному. Не по-волшебному.